Всем привет, дорогие друзья! С вами снова Александр Плав, и мы продолжаем прохождение Pier 3. Да, похоже, у кого-то роды уже начались, да? Так, берем патрончики, которые нам так необходимы. И что ж, продолжаем следовать. Так. Вроде пока все спокойно. Но нужно быть предельно внимательным. Так, проберитесь в терминал аэропорта. Ну, это мы можем. Ой-ой-ой, опять эти фигни. Ух ты! Да, что-то я не очень быстро с ним справился. Блин, а они пожестче стали. Сложнее их стало убить. Так, стоп, что-то с мышкой какая-то проблемка. Так, может вот это взять? Я думаю, что да, лучше. В этой ситуации нам подойдет именно это оружие. Да что ж ты будешь делать-то? Да ёшкин кот. Блин. Давно я не играл. Так, ну ладно. Да, вот эти вот огненные фигни, они, блин, больше всего раздражают. Так, я надеюсь. Да ёшкин кот. С двух ударов ножом. Ад. Просто ад. Предсмертный крик. Так, ну нам сюда, наверное. Нет? Блядь, что это было? А, это трупешник вылетел. Ладненько. Включаем фонарик и потихонечку-потихонечку идем. Так. Блин, что тут совсем жестко. Сейчас, думаю, тут будет месиво. Ну ладно, сейчас посмотрим. Потихонечку пробираемся. Так. С-26. Блин. Смотрите, вот тут вот эта штука, походу, вылазила. Здесь кого-то тащили. Ну ладно. Ужас какой, а. Блин. Опа. Дэм. Еще туда. О. Так, этот сдох. А куда эти твари-то делись? Вот этого я не понял. Так, всех свалили. Может фонарик отключить, потому что я более заметен с ним, да нет. Блин, 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 откуда идет эта речь? А-ха-ха, вот она, тварь. И не одна. Блин, а я завалил, да, ее? Да, все нормально. Ой, блин, тут же баллон был. Блин, а тут дофига баллонов, на самом деле. Надо просто их искать. Блин, патрончики нужны. Так, Беккета, преследуем Беккета. Так, здесь закрыто, здесь тоже закрыто. Ага, вот тут двери какие-то есть. Ну, сюда по-любому. Так. У-ху-ху! Серьезный мужик. Так. Вот здесь открыта дверочка. Так, вон трупик, с которым мы сейчас связь установим. Осторожнее там.
Да я максимально осторожен. Здесь не быть осторожным смерти подобно. Так, здесь тоже дверь не работает. Так, тут что такое? Тоже не работает. Тут все закрыто. А, смотрите, что есть. Может это взять? Да не. Хотя сколько их тут? Не, тут побольше патронов, поэтому это возьмем. Итак, вперед. Поднимаемся вверх. Блин, здесь берем. Оу, е. Так, здесь должно быть открыто. Нормально, его срубили. Вот там вот очень много. Сейчас внизу, наверное, будет. Канте! Блин, а я его не свалил. А это типа Рэмбо, наверное, был, да? Ух ты! Ой-ой-ой-ой! Завален! Фартануло! Добили, 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 круто! Так, что-то я без прикрытия. Вон он, вон он, вон он. Блин, нормально они меня потрепали. Ое! Так, ну чё, собираем сейчас все патроны эти, которые у них есть. Да, что-то подобрали. На автоматик. Здесь у нас перезаряжено все, да. Все окейно. Так, отлично. Ух ты. Так, они грену мне еще сюда запустили. Да как они посмели. Нормально, гасим их. Блин, а много их тут? Вообще полно. Блин, мало очень патронов осталось здесь. Так, этого завалили. О-о-о, жесткие полезли. Отлично, отлично, отлично. Ха! Вот так вот мы с ними разобрались. Шикарно вообще. Так, так, вместо вот этих теперь АПП надо брать вот это оружие. То, что оно нам выгоднее. Патроны здесь валяются, потому что... Вот, я же говорил. Так. Здесь наверняка вот куда-то сюда. Может, вообще надо спрыгивать. Да, надо спрыгивать. Вон он, выход. А они заодно, что ли, эти, с этими чудищами? Ой! Так, а гранаткой бы, если они меня загасили, было бы не очень хорошо. Вот эта, кстати, штука вообще нормально гасит. Так, ну что же. Идем туда, откуда они все выходили. Потихонечку. Самое главное не спешить. Так, с автомат... С автоматом у меня ноль здесь. Тоже Альму ищет. Эх. Все ищут Альму. Мою сладенькую девочку. Так. Сохранение. Блин, опять этот... Опять этот голубой хрен. По-быстрому, по-быстрому. Так. Срезайте путь через кафе. Так, вот эта штука куда-то убежала. Отлично. Отлично.